землю, да, хочется немножко экстрима. Те, кто не поехал, да, вы правы. О своем здоровье нужно заботиться. И тем не менее, те, кто сейчас поехал сегодня вместе с нами, они рады этой поездке. Несмотря на то, что слегка ветерок, но я вам скажу, мороза нет. Мороза нет, и это радует.